Друзья, я приветствую вас на своем канале. Сегодня я хочу с вами поделиться рецептом, который называется «Лимон и чеснок. Гриб нипочем». Его я нашла в записях своей мамы, которые были написаны 20 лет назад. Для этого нам понадобится литр кипяченой остывшей воды, 2 лимона нарезанных, косточки нужно убрать, и 2 головки чеснока. Сейчас я первым делом пропускаю все через мясорубку. После того, как мы пропустили через мясорубку всю эту кашицу, я отправляю в кастрюльку. Вы можете отправить в любую емкость. Сейчас мы зальем остывшей кипяченой водой. Все это перемешаем. Готовую смесь нужно выдержать 3 дня в темном месте, после чего настой процедить и поставить в холодильник. Принимать натощак по 1 столовой ложке. Благодарю вас за внимание. Всем мира, добра, пока!